Чапаевск, слушаем вас. Алло, добрый вечер, батюшки. Добрый. Раб Божий Евгений, вот у меня такой вопрос очень непростой. Как вы относитесь к профессору духовной семинарии Осипову? Нам очень нравится его лекция, но вело смущение его отношение к Антонию Сурожскому. Осипов говорит, что в нем нет духовности, либо очень мало ее из-за влияния западной католической религии. И как вы относитесь к самому Антонию Сурожскому и к профессору Осипову? Полезно ли вы слушать его лекции для нас, мирян? Нам очень интересны его лекции. Понимаете, какое дело? Хотя эти два великих человека и старше меня по возрасту, но я благоговею и перед тем, и перед другим. Вот, конечно, они очень разные, и действительно в разной культуре воспитаны. И я как-то и в том, и в другом всегда находил для себя полезное. И я, когда учился еще в семинарии, к нам приезжал владыка Антоний, ну, а потом и позже, когда я уже стал священником, тоже мы несколько раз, я имел счастье с ним встречаться, и был на его лекциях, они до сих пор памятны. Он был такой замечательный проповедник. Алексей Ильич тоже. Вот все его лекции я помню очень близко к тексту. Я даже недавно, когда с ним где-то мы пересеклись, я говорю: Алексей Ильич, у меня к вам большая претензия. Он говорит: что такое? Я говорю: вы мне спать не даете. Потому что на телеканале «Союз» в ночные часы ваши лекции. Поэтому, когда бессонница у меня, к сожалению, это довольно часто бывает, я включаю и слушаю, и не могу, так сказать, остановиться. В результате не высыпаюсь. Ну, вот так посмеялись. Поэтому вопрос пользы – это уже к вам. Полезно или нет? Вот когда я учился в институте, у нас был преподаватель по истории искусств. Звали его Иван Иванович Ястребов. Он говорил так: умный и у дурака может чему-то научиться, а дурак и умного ничего не возьмет. Поэтому это два великих человека. И обладают и огромным умом, и обширным образованием. Поэтому общение с ними, я считаю, нужным. А если у кого-то какое-то мнение, ну что ж, это тоже очень интересно. Понимаете? Это очень интересно. А в этом есть исполнение апостола Павла, который говорил: пусть будет между вами разномыслие, чтобы выявились искуснейшие. Поэтому ничего тут особенного нет. А я вот так вот сложился, люблю и того, и другого, хотя один уже отошел к Господу в возрасте уже там за 90 лет. Вот.